В рамках фестиваля тюльпанов состоялся концерт Калмыцкой государственной филармонии. Мероприятие приурочено в честь праздника весны и труда. На сцене площади Победы выступили артисты и солисты Государственного оркестра Калмыкии и Государственный хор имени Цебикова. Музыканты исполнили калмыцкие и русские народные песни, авторские мелодии, музыку народов мира, романсы и инструментальные композиции. Мероприятие наше тоже в рамках фестиваля тюльпанов, так скажем, месяц празднования этого фестиваля дал возможность многим коллективам, особенно самодеятельности, поучаствовать и выступить на площадках города. Это просто замечательно. Конечно, филармонии очень сложно на улице работать, поскольку все-таки классические инструменты, классические голоса. И здесь несколько есть такая своя специфика озвучки. Но мы рады поздравить всех жителей города не только с фестивалем тюльпанов, но и с сегодняшним праздником 1 мая. Артисты порадовали живой музыкой публику. Среди зрителей было немало и гостей степной столицы. Они поделились впечатлениями о фестивале тюльпанов и пребывании в Калмыкии. У нас замечательное впечатление. Очень все понравилось. Не знаю, как в атмосферу другую попадаешь. Очень интересно, очень дружелюбная атмосфера. Все очень культурные и очень внимательные, и очень-очень приятные. Очень красивый город, очень необычная культура, очень нравится, красиво. Ну, необычно, колоритно. Костюмы тоже красивые. Сейчас были в главном храме буддиста. Тоже большой храм понравился. Ну, люди приветливые. Все так радуются, все так радушно, всех принимают. Это очень приятно. Костюмы красивые, все так нарядно выглядят, необычно.